Да вот ты заебал, блядь. Все, стрим запущен. Все, сам начинай, блядь. Всем привет, дорогие друзья, с вами Богдан Варк и Андрей Невидимка. Ну вот сейчас как раз за Богданом посмотрите ТВП, я говорю, это бомба. Ну ТВП это имбовая, да. Суперконера, конечно, блин, противник у меня. Был бы там Шеридан еще как-то попроще. Ха-ха, ты охуел, бля, Шеридан на тебе в противнике. Ладно, пойду тогда с конем разбираться. Ты бы, блядь, еще и МС-1 бы попросил. Пошли, блядь, сам понимаешь, куда ебать его долго. Какой, как будто на заправку приехал. Ну куда ты, блядь? Ты же понимаешь, я с телефона не могу, блядь, попасть. Два снаряда, блядь, мимо улетело. Ебать. Ебать, это Джеки Чан. Богдан такой классный парень. Бля, я без него играть просто не могу. Не люблю без него играть. Я постоянно думал только о тебе, да? Он хоть и обезьяна, блядь, но, блядь, так люблю его. Блядь, надо босса убрать. Тогда останется два танца. Поехали за боссом. Погнали. Поехали, не очкуй. Все, он разворачивается. Заеби. Все, забирай. Все, победа. Да! Поддержи лайк. В смысле? Ладно, ребят, шутим. Если нравится, просто поставь. Нет, так нет. Может даже дизлайк крепить. И вот так вот мы с этим, блядь, лысолобом хуйом. Каждый день играем. Каждый день. С утра до полночи, блин. И причем тебя это устраивает. Ой, опять босс. Нормально. Андрюха недалеко ума решил попрыскаться от комаров в помещении. И что из этого получилось, смотрите сами. Фу, блядь. Блять. Побрызгался от комаров, блядь. Да, блядь, я напшикал здесь вообще. Я, ребята, проживаю на даче. Такие особи обычно обитают, пропалывают морковку, таскают воду. И поэтому меня едят москитные существа. Мне пришлось попшикаться. А если в рот напшикать, блядь? Вкусно будет. Хороший контент будет. Ну, короче, ребята, на видосе ему стало очень плохо, поэтому пришлось видео приостановить. Поэтому, ребят, давайте поддержим его лайкосом и напишем комментарии. Я очень надеюсь, что он выздоровеет за это время. И нет, ребята, он не стал пшикаться дезиком в рот, так что все в порядке, не переживай.